В минувшую пятницу, 28 ноября, состоялось торжественное мероприятие, посвященное 8-летию Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы. Все это время ее специалисты выполняли работы по обеспечению людей жизненно необходимыми ресурсами. Подробнее в материале нашего корреспондента Татьяны Найдюк. Уже 8 лет производственная база МОС АВС, расположенная в Орехово-Зуево, обеспечивает людей жизненно необходимыми ресурсами, проведением аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ, а также обеспечением населения теплом и водоснабжением. Именно эта дата послужила поводом для торжественного мероприятия. Поздравить сотрудников учреждения приехали представители администрации городского округа Орехово-Зуево. Актуальность, востребовательность и значимость вашей деятельности очевидны. Несмотря на реформирование и модернизацию в сфере ЖКХ, всегда будет присутствовать фактор износа объектов и систем данного сектора. И надо быть готовым к проведению оперативных мер по ликвидации возможных аварийных ситуаций днем и ночью, в любое время года. Оперативная и слаженная работа специалистов МОС АВС, а также современные техническое оснащение, применяемое на практике, не подведут и в дальнейшем, позволяя в кратчайшие сроки устранять возможные технологические сбои на объектах ЖКХ, снимать социальную напряженность населения. Желаю вашему коллективу здоровья, бодрости, духа, успехов в труде на благо процветания родного Подмосковья. Почетными грамотами Министерства ЖКХ Московской области и учреждения МОС АВС, а также благодарственными письмами и ценными подарками были награждены главные инженеры, мастера участков, водители, слесари и машинисты экскаватора. Я считаю, что день и праздник вот создания этой службы должны праздновать. Люди должны понимать, где они находятся, вот. Ощущать то, что они делают для народа, понимать нужность, необходимость вот этой службы, особенно сейчас, в это время, когда начался осенне-зимний отопительный период, вот, когда людям нужно тепло, уют, вот, когда это будет дома, в семье, в людей, они будут добрее, вот, они будут вежливы, вот, радости, глаза будут улыбаться, вот, сами понимаете, когда ты в тепле, когда ты комфортно себя чувствуешь, ты просто понимаешь, что есть те службы, которые этим занимаются. В завершении мероприятия директор учреждения МОС АВС Владимир Щербаков поздравил сотрудников и напомнил о том, что жители Российской Федерации нуждаются в их нелегкой и важной работе.